Уфа – город со своей архитектурной эклектикой. Современные застройщики стараются создавать новое, сохранив очарование старины. Коллекция клубных домов «Никольская коллекшн» от группы компаний Prime Development – не просто новый проект в историческом центре столицы Башкирии. Он эксклюзивный в своем роде. Добро пожаловать на прием. Проходите. Презентация «Никольская коллекшн» прошла в уфимском клубе «Мюзик Холл 27». Много света, красивых людей и музыки. Среди приглашенных – бизнесмены, руководители агентств недвижимости, риэлторы, работающие в премиум-сегменте. Коллекция клубных домов появится на пересечении улиц Гафури и Чернышевского. Это центр мегаполиса, где днем и ночью кипит жизнь. Офисы, рестораны, парки, музеи, театры и вузы. В этом районе проходят и все городские праздники. Новые дома будут расположены на улице Дублёре, что дает некую приватность. Житель «Никольская коллекшн» сможет выбирать – погрузиться в гущу событий или отдохнуть в собственном мини-парке. Здесь все создано для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт каждому резиденту. Место действительно историческое, это факт. И название не случайно именовано таким образом. «Никольская» – это прошлое название улицы имени Мажита Гафури. И нашим новым проектом мы хотим сформировать некий альтернативный исторический центр. Это будет новая точка притяжения. Над эскизами фасадов «Никольская коллекшн» работал уфимский архитектор Дмитрий Винкельман, известный проектами, где успешно соединились современная и классическая архитектура. Как и при создании концепции арт-квадрата, галереи арт и многих других проектов в центре Уфы, мастер ставил задачу сохранить связь современности с прошлым. Мы решили сымитировать старую уфимскую архитектуру. Она будет сделана из красивого кирпича. Сейчас делаем качественный кирпич, который очень похож на старинный кирпич. Вот эти мотивы арочные, мотивы тонко проработанных фасадов, они будут использованы. И таким образом мы перекидываем как бы мостик вот той качественной структуры старой уфимской. Очень теплый, красивый, всем дорогой, мне очень дорогой. Вот, хотя я в Черняковке вырос, но я оценил старую Уфу. Вот, мы перекидываем ее вот в тот конец Чернышевского, где еще ничего нет, кроме вот этого вот монструозных новых зданий. Район динамично развивается, и новый проект, безусловно, станет законодателем эстетики пространства. Другие застройщики будут осваивать новую локацию, расширяя исторический центр. Это станет стимулом для развития инфраструктуры, появления новых значимых локаций, уверены в компании. У нас, как у девелопера, нет задачи сделать лучше, чем у других. У нас есть задача сделать хорошо людям, которые будут здесь жить. То есть это не задача воплотить какую-то эстетику, как некую обертку для конфеты. Задача создать классный продукт, то есть что-то особенное, наполненное действительно глубокими ценностями. Быть роскошным – ключевая идея нового проекта. Группа компаний Prime Development вносит в эту формулировку новый смысл, где роскошный, в первую очередь, феноменальный, уникальный по своей природе, духовно возвышающий и хранящий редкие ценности. В клубных домах «Никольская коллекшн» применяются надежные современные материалы. Фасадный кирпич как символ монументальности и прочной связи с прошлым. Стекло и алюминиевые витражи, отражающие небо и лучи солнца, олицетворяют открытость будущему. Композитные панели благородного оттенка слоновой кости станут основой вдохновляющей утонченности. Жители и гостей будут встречать впечатляющие гранд-парадные с потолками высотой более 6,5 метров. Это создаст ощущение предвкушения. А что же дальше? Дальше еще прекраснее. Камин и изысканная зона ресепшн, детская игровая комната, фитнес-холл. А еще в коллекции клубных домов появится библиотека с собранием сочинений, энотека, мини-галерея произведений искусства. Это некая эклектика, некая гармония, сочетание ценностей традиционных, ценностей прошлого с современным комфортом, с современными технологиями и с большой любовью к городу. Двор-сад с многоуровневым озеленением и декоративным освещением подарят чувство умиротворения, которого так не хватает жителю мегаполиса. Центральным объектом мини-парка станет бесконечный элемент, который пройдет по всей длине двора, трансформируясь в зоны отдыха, игровые локации или место для активных занятий. Здесь будет даже свой секретный сад, место с подачей искусственного тумана, чтобы в жару создавать свой микроклимат. Для детей предусмотрены игровые локации по возрастам, песочницы, парковки для колясок и навесы для отдыха мам расположатся в тихой части двора. Будет место для игр и спорта.
горки и игровые комплексы, площадка для стритбола, качели для детей и взрослых, воркаут-зоны, велопарковки и зоны для самокатов. Двор без машин с умным доступом только для резидентов коллекции клубных домов станет недоступен для посторонних. Для владельцев квартир предусмотрен двухуровневый паркинг с возможностью зарядить электромобили. Квартиры в Никольской коллекшн соответствуют премиум-атрибутам. Высота потолков до 3 метров, панорамные окна в пол, на входных дверях смарт-замки с биометрическим доступом. А еще умное управление коммуникациями, центральная система фильтрации и очистки воды с отдельным водопроводом на кухне, общедомовые нагреватели воды, так важные на время сезонных отключений, и система центрального кондиционирования. Клубный дом оснащен дизайнерскими высокоскоростными лифтами с интеллектуальным управлением пассажиропотоками и усилением сигнала мобильной связи. Мы, честно говоря, очень долго думали над концепцией данного комплекса, перепробовали огромное количество вариантов. Вот Дмитрий Александрович Винкельман с нами работает достаточно плотно и давно по этому проекту. И в один момент он предложил вот эту идею объединить вот эту историческую некую концепцию с современной, объединить клинкер, бетон, стекло в одном едином здании, в нескольких зданиях даже. И нам эта идея понравилась, и вот после того скетча, рисунка, который он нам показал, так сказать, ну, все понеслось, работа над этим проектом. Нам это очень понравилось, мы все это визуализировали, показали, согласовали и начали разрабатывать уже рабочую документацию по этому проекту. Застройщик подчеркивает, что этот премиум-проект наполнен своей философией, которая призвана сохранять важные ценности, собирать семьи, передавать идеи будущим поколениям. В этот вечер теплые впечатления гостей от презентации «Никольская коллекшн» были дополнены выступлениями звезды мировой оперы родом из Уфы Оскара Абдразакова и солистки Башгосфилармонии Дины Хусаеновой под аккомпанемент эстрадно-джазового оркестра Башгосфилармонии под управлением Олега Касимова. Тем, кто готов был заключить сделку по покупке квартир в клубных домах, прямо на презентации сделали королевский подарок – ощутимую скидку. Тем, кто уже сейчас хочет выбрать подходящую планировку, тоже повезло. Для них не только особые условия покупки, но и выбор вариантов. Есть компактные смарт-квартиры от 33 квадратных метров и до 4 пятикомнатных квартир с мастер-спальнями, а также гранд-квартиры. Там высота потолков до 6,9 метров с зоной первого уровня до 3,6 метров, а премиальным бонусом является выход на собственную крытую террасу. Узнать все подробности вы можете в офисе продаж Уфа, улица Гоголя, 29, телефон плюс 7, код города 347 2999 222.